Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение FFA сериала Sid Meier's Civilization 6 на восьмерых, в котором я играю за Монголию на карте Архипелаги. Если вдруг вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше начинать просмотр с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. В аэронкладах уже, дружочек мой. Всего лишь навсего. Ну чё ты, китаец, ты забеспокоился? Нормально сидим. Быстро Кабул упал. У него было 35 атаки, поэтому страшно. Я еще пару атак просто сделал. Просто почему-то, когда убил Тузулус, Кабул перестал со мной воевать. Еще один торговец. Так, давайте строителя строим. Строителя покупаем. Откуда у нас еще не бегает? Из Аксу бегает. Из Каракорума не бегает. Из Улан-Батора бегает. Стокгольм хороший, не трогай. Из Хух вот отсюда не бегает. Кому там Стокгольм не дает покоя? Да я вот думаю, хорошо он или нет, Аксузу. Он хорошо. Как скажешь, друг американец. Всегда рад быть с тобой. Ну это отлично, что мы договорились. Перс, у нас не перс, а монгол. Когда у нас закончится союз, я бы, может, на научно его поменял. Блин, вот да, из-за можно. Того, что ты так Барселону поставил, у тебя все города как-то криво стали. О, пошли гайды от качечки. Я удачно попал. Лайф-гайды от качечки, так. Я не знаю, но ты видишь его территорию? Я Барселону не вижу. Ну, в смысле, я вижу Барселону, Мадрид и Севилью, все. Барселону он поставил четвертым городом. А, это даже так? Охренеть. Очень неудачно поставил эту корону, по-моему. И от нее как-то все... Для коруния... А вот Мадрид. Странно, мне такое город. Чудо и не подставить под него ничего. А он в темный выходил, не хотел. Он так 11 набрал. Можно было потом поставить, конечно. Ну вот Севилья это просто вообще в никуда, там 6 молотков. Монгола, кто справа от тебя, перс? Был испанец. Понятно. Ну, они, точнее, они не справа от меня, они скорее по диагонали сверху справа. Справа от меня тундра пустая.
отличная тундра. Отличная, был бы Россия, я был бы очень рад такой территории. Тут и ресурсов, и всяких, и холмов, просто, ну... Но тундра. Я решил сюда высадиться конями. На этот остров. Ну и фрегаты пока попрокачивать. Легко. Лол. Варварская каравелка внезапно. Это твоя галера воинца, чё? Я пропустил. Не ломай, пожалуйста. Я пропустил случайно. Надо к французу отправить. Не то чтобы тут много всего я поназахватывал, честно говоря. О, киловыки севани. Хорошее чудо, давайте построим. Так, тут еще торговец можно. Так, ну давайте из... Не знаю, какой у меня тут доступен. Вашингтон 24 25 25 Изулунди, давайте Изулунди. Может еще один могу? Нет, больше не могу. Монумент. Пошли в универы, наверное.
сейчас гляну. А, нет, следующий круг. Давай, на следующий замерим. Кто-то Торонто захватил? Угу. Негодяй какой-то. Персидский негодяй. Перс-негодник. Немножко. Лешин галеры стоят на страже добра и справедливости. Где? После китайца. Не, они там меня на автомате исследуют. По идее. Да, мне там уже давно кто-то. Да. Сейчас уберу. Я убью твою галеру, или ты будешь убегать, грабить от меня сюда? Я не могу. Ты можешь выйти, ты потерял столицу. О! Не, ну, зачем? Наконец-то. Наконец-то. Я верю, что когда-нибудь у меня будет линкор 4 уровня. У меня, правда, компусов не так много, но... Отправить в Стокгольм озарение для литье. Книгопечатание, катапульта. А литье это два арбалетчика. Ну, кстати, пожалуйста. Отлично. Китаец не может просто ко мне караваны отправить, как и я к нему. Смысл мне с ним культурный союз заключать? Леш, объясни, что ты все время отказываешься от союза? Ну, ни я к тебе, ни ты ко мне не можем караваны посылать. Зачем мне союз? Чтобы если я когда-нибудь решу на тебя напасть, потом кризис прилетел?
И вся карта радостная такая. Да, давайте Халецкого пилить. Слушай, отличный план. Не вижу смысла отказываться. Ну, всего плюс 2 производства. Тем не менее, построим. Как отношения у Америки и Франции обстоят? Союз второго уровня. Очень теплые и дружеские. А, во-первых, мы можем пускать караваны друг друга, я не знаю. Ну, вот это ваши как братья, это просто не нравится. У меня, кстати, появились лисицы. Америка и Америки. Я уже кинул тебе предложение. Лисицы. Мне бы на самом деле, может, это... Да, и с Францией что-то поменял только что. Огонь. Мне повезло. Китаец, там уже армады фрегатов у перса, если чё. Не знаю, чё он тут стоит вокруг тебя. Убить ну, хочет, наверное. Китаец... Эй, ну мы же не воюем, китаец, что ты выплыл? Ты думаешь, я не увижу этого? А что, ему нельзя выплывать? Ну, вроде не воюем, а он пошел убивать... Город Севилью! Разумно. Нагибает тебя китаец. Как сказать? Он подставил весь свой флот, ну, фрегатов. Не знаю зачем. Производство. Это солидно. Стояли нормально. Нет. А что я там взял? Распространение, да, на 30%? Нет, стоимость на 30% и плюс одно удовольствие с двумя районами. Я понимаю, что ты, да, вышел, но тоже, наверное, аренплаты могут быть.
Сомневаюсь, вряд ли они у тебя есть. Нет, есть. Смотря, сейчас буду. Смотрю, куда смотреть. На военную мощь города. Сейчас апну в начале хода. Возрождение через 9 ходов. О, еще и цель кризисного союза, качечка. Это, видимо, ГГшка какая-то. Торонто. Все тоже так. Короче, они меня деньгами спонсируют. Что там на севере есть чего-то? Блин, тут вообще нету бонуса от соседства. Вот тут надо какой-то район поставить, наверное, кампус. Чтобы бонус был на гавань. Сейчас пойду. Лёш, там леса какие-то в тундре, прикольно. Ну да. Это ж сколько можно каравел построить, если их всех срубить? Да фига. Ш-
6 очков набрать за 8 ходов. Что там все кого-то побежали? Какой теперь ГГшку убили? Интересно, где тысяча китайская, когда она выплывет? Ты долго копился, я так понимаю. Она долго захватывает. Телеви. О, 54 культуры перца. Ну да. 46. Ни одного района не было культурного, что поделать. Нет, у кого хоть какой-то город есть, который я вижу, мне некуда было сажать. А я, кстати, пошел разведывать, чтобы сажать тебе, честное слово. Ну, видишь как. Ну, в общем, мой шпион поплатил. Так что все честно. Больше не посажу.
Купил универ, апнул каравеллу и купил катапульту, чтобы выполнить задание ГГшек. Универ для книгопечатания, но оно не сейчас, конечно, будет. По идее, должен выйти в золотой век. Один ход. Бомбарду первого уровня тоже можно сделать, а этого апнуть в бомбарду, что мне там два арбалетчика, тут оружейную надо построить, тут акведук, тут водяную мельницу, водяная мельница один ход, да? Да, поэтому идем вот сюда, открываем оружейную. Не только у тебя есть броненосцы, но и у варваров. Да.
Чудо офигительное у испанца было, конечно. Тем не менее, все равно его перс забрал. У меня проблема в научном отставании, на самом деле. О, 182 у перса. 182. Это очень много. Слушайте, а американец-то туризмом начинает давить. Да там один всего этот. Я не задавлю туризмом. Ой-ой-ой-ой-ой, француз, надо что-то делать. Все они говорят, не задавлю, а потом выходят... И давят. В компьютеры и давят. По идее, он не сможет меня задавить, хотя это не так важно. У него, наверное, ну, он может тебя убить. Это справедливо. Ну, просто она же как раз культурный союз. Ну, книгопечатание ускорили. Театральная площадь, флотоводец. Где у нас там флотоводец вообще? Да погоди ты, бьёшь. Должен быть флотоводец. Говорю, погоди ты. Это что, погоди? Бьет. Когда ты их уберешь? Давай насчет тогда. Ладно, ладно. Хочешь, как хочешь. Не хочешь, как хочешь. В руинке. Тут, конечно, такие богатые места на всякую залежавшуюся фигню. Так. Кампус. Территорию посажу. Вулунди. Нет, подожди, где меня могут тырить ваксу? Бамбы, по-моему, не бегает. Коммерция имеется. Ну, что тут? Священное место? Нет. Кампус. Гавань.
эти промышленную зону. Сейчас всему. Сейчас вот на тебя висит. Потому что сейчас мне написано, я должен. Там вернуться, но нельзя взять. Я не было оповещений. Смог. Мне кажется, там еще один был, на самом деле нет. Каперов надо, кстати, поднастроить еще. Я у них вообще вышел, да. Только для наземных, все имеющиеся, ну, нормально. Что случайно? Да, давай.
Где делся твоя лодка? Отложу на 3 хода окончание этих чудес. Потому что... Ну, вообще кто-то может другой, конечно, построить, но это не такие важные чудеса. Смотреть по военной мощи. Вяло текущая война. Да, уже понял. Я просто не умею воевать, поэтому. Ты там отдал 3 корабля, там линкоры, эти ранклады все отдал, тут ранкладами. Подожди, как же вяло текущая, если ты Гуанчжоу у него захватил? Давно его захватил уже. У меня там один город, а у Качечки там штук 5 или 6. То есть мне его... Давно? Смотри, это ходов 6 назад? Ну, где-то так, наверное. Просто все остальные города, они либо с суши, либо с северного побережья. Ну, мы плывем. Американец видел мой конвой. Капец какой-то, что-то я все встречаю твои войска, встречаю, никуда не встречаешь. Да, повсюду шпионы. У тебя хороший город нашел на 34 монеты. И воин постреливает меня. В общем, ты там в окружении друзей. Да, да. Вот это постреливание просто.
что тут нам надо оружейную построить. Будет два арбалетчика. Мне так нравится виноград в снегах. Это легендарный тутрис виноград. Морозостойкие сорта. Ребят, осталось 7 городов государств, да? Живых. Я вижу только 5. У нас силы 2000-1052. Да, ну тут качечка лидирует, несомненно. Вы видите, где перс по науке? В подлодках. Он уже далеко. Я даже на подлодках вышел. Кстати, каперы мне еще нужны. Пока он меня захватит, наверное, не знаю. Тогда у нее тут будет прекрасный один такой огромный остров. И масса прокачанной платили. Я, честно говоря, даже не знаю, что сделать. Я могу, конечно, все свои сухопутные там вплавь отправить этот остров. На самом севере там самые лучшие города. Да, хватит. Это мощная производственная база. Это не города испанцев, которые очень остро веры. Чего вы решили, что я их захвачу? Может, нам не получится. У тебя уже подводки в корпусах. Броненосцы в корпуса. Ну, когда ты выходишь в корпуса... Больше в 3 раза, чем у меня. Когда ты в корпуса выходишь, у тебя юниты в корпусах бывают. Первый раз такое вижу. Испанец, а почему я не могу быть твоим другом? Даже нет такой опции, я не могу открыть, потому что ты не отправил. Потому что я совсем держу, кроме тебя. Тут нету бонуса за соседство для гавани, блин. На один ход я смогу кампус строить. Давайте амбар закончим.
Зомбирование кто взял? О, протестантизм укреплен. Дом собраний. Косарик, спасибо. Что, пульс паровой машины или форма денежная? Я думаю, все-таки пульс паровой машины. А это все, что у тебя было, что ли, Перс? Знаете, паломничество, наверное, возьмем. И пойдем обращать француза. Оу, это серьезно. Черт! Что случилось? Вот там испанец божит. Осадная тактика, полководец, гавань, торговый путь, полководец. Ну как я могу тебя убить? Ты же меня бьешь в ответ. Ты чего? Боже, тут испанец еще расселяется прям. Просто бог. Когда ты их будешь ставить? Ты дай ему срок, типа. Покончи со мной за 5 ходов. Я могу покончить, понимаешь? Тут много тебя. Почему я слышу, что меня бьют?
А, это варвар. Внезапная французская. Я просто путешествую. Ты и мне мешаешь, и китайцам. Скоро, через ход меня там уже не будет. Ну, хорошо. Там очень много лодочек оказалось, ладно. Возьмем 100% к производству морских юнитов возрождения и промышленной эпохи. Так, стояночка, мне тогда может пока не открывать броненосец. Сколько мне там? Мне просто в корпуса надо выйти. Еще ходов 3. Чтобы ему формальную войну объявить. Это национализм ускорит. Вэлла недостроена. О, захватили поселенцев, ура. Ой. Там страшные варварские эти. Так, и откуда мне еще отправить караван? Из Улунди бегает. Из Набамбы, из Наугенгу бегает. Из Хух там что-то бегает. Давайте из Каракорума. На этом пока все, продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца, я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео.
пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!